Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Курикс, Семечки, Кисми, Угабуга, Гусанек и Тучка Пика, Сергей Тайм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, йоу. Всем привет, ребята. Однако, всем здравствуйте. Я сегодня зашел в мастерскую и нашел классный Nexbot Шрека. Будем убегать в гигантском лабиринте. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Для начала я поставил всего 5 штук, посмотрим, что они могут. Они очень жесткие и какие-то странные звуки издают. Хрюканье, гавканье. Ай! Пацаны, я что, первым? Да я не первый вроде был. Да. Я так обиделся, ладно. Они выбегают потихоньку. Так, подожди, это они ко мне идут. Стоп. Да, кстати, к тебе. Пути отхода ищем. Так, направо, налево, куда бежать? Один уже возле тебя прям близко. Нет. Ты давай говори, где он идет, а я буду убегать стараться. Так, давайте сюда. Там чисто, иди. Да. С этой стороны чётенько, да, все? Да. Это хорошо. Лыс. Блин. Они тут. Я так дернулся. Ё-моё, я увидел его руку. Они какие-то неадекватные. Блин, это страшно. А Шрек же добрый должен быть. Почему он такой злой? Он меня скинул. Правильно, гусанёчек, правильно. Моя школа. Давайте, чтобы было весело. Что там пошкерили? Сласти все. Я сам даже упал. Молодец. Меня Саня скидывает, капец. Ну, гусанёчек, ну делай быстрее это, скидывай все. У меня не убивает, пацаны, смотрите. Что? Я хоть раз смотрю его вблизи. Так, а что делать? Он в меня уперся и просто стоит. Эй! О, господи. Двое. Подожди, искусственный интеллект включенный? Да. Включенный. Пацаны, я их держу, двоих. А если я немножко пошевелюсь, я умру. Блин! Ого, вот это звук! Вот это они жесткие. О, нет, пожалуйста, не убивайте. Давай, мочите и тучку. Ух ты, ё-моё, то почему я? А, отлично. Нифига себе, они резкие. Это настолько неожиданно, они выскакивают из-за угла. Я ж дергаюсь, тут сижу, блин. Они тут возле вышки трутся, как зайти? Я иду тоже посмотреть. Иди, Сергей Тайм, ну семечки, ну пацаны, ну что вы делаете? Он из-за угла выбежал и так обосрался. Так ими надо. А я думаю, откуда запах идет? Пацаны, ну не портите запах. Все, я быстрее вышку бегу. Вот он. А, он же не может залазить. Давайте посмотрим. Кстати, они телепортируются. Вы заметили эту фишку? Ну да. Тим, подойди-ка. Ого. Нифига себе. Hey now, you're a rock star. Они что, не могут... А, ты дуралинга! Ну что ты сделал, блин? Вот так, да, значит? Хорошо. Пацаны, ну я буду злиться и орать на вас. Ну что вы делаете? Ну блин, а. Они очень страшные. Хоть меня и Саня скинул, но все-таки я там щутиме. А при чем? А, вот так, значит, да? Хорошо. А ты при всем. Я запомнил твой скин. Он уродливый. Они, кстати, застряли. Что там, что делать? Я не знаю. Пацаны, а как залезть? Да блин, так быстро. Они это очень быстро делают. Так, приближаемся. Блин, случайно подскользнулся, там кто-то банановую кожуру кинул на уголку. Это я. Я приближаю. Ай, тихо. А получается, а что они не убивают, когда я стою? Смотри. А, ладно. Вы что такие быстрые, а? Резкие, дерзкие. Да я поддаюсь на самом деле специально, пацаны. Ага. Да я вот так вот специально иду и знаю, что они будут меня так делать. Ну Шрек стоит там, блин. Ну просто стоят, смотрят. Они на бортики прям могут ходить? Нет, я не умру. Все, пацаны, давайте не будем друг друга скидывать. А, так они забагались. Ну это ж хорошо. Так, я иду смотреть, что они там забагались. Господи. А как мы заберемся? Они как... Ой, семечки. Вот они, так как уж забагались. Гусанёчек, осторожно, они могут прыгнуть. Господи. Вот, я его вижу. Блин, они быстрые очень. Давай вот по городу. То есть, если в лабиринт упал, ты вообще не выживешь. Смотри, что они делают. Вышку не пройти, потому что там один чекает. Да, вообще. Ух ты! Прикол не один, там двое внутри просто застряли. Не надо скидывать меня. А что он застрял, смотри. Тим, посмотри наверх. Он смотрит прямо на меня, хочу увидеть эти глаза. Нет, посмотри наверх, Тим. Ну, ты что там делаешь? На тебя! Нельзя! Ах вы, конечно. Вот это у него глазище! Так, ну что, пацаны, кто не сыт спрыгнуть?
спрыгивай. Сейчас он от вышки отойдет. Смотри, раз. Блин, ну это шанс выжить крайне мал. Ну я попробую. Нет смысла. Толкай. Есть сюда смысл. Смотри, я успеваю. Готовы? Смотрите, это скилл высшего левела. Да. Да я специально, видите, ну не получилось. На самом деле шанс был выжить. Всегда есть шанс, правильно, пацаны? Там они очень замедленные, они очень медленно бегают на вышке, они там чекают, но они прям... Ну мы поняли, да, молодец. Ну не прям это. Того. Давай закидывай, я зайду. Надо этот, как его... Блин, чё подлагивает немножко? Они специально гаррисмод багают, чтобы нам было тяжелее выживать. Чё, пацаны, давайте, кто поднимется на вышку, будет лучшим игроком. Ну ты не поднимешься по-любому. Ну я смогу, смотри. Давай. Да как он поднялся? Нет. Ладно, пацаны, не получилось. Так, сейчас будет моя очередь. Я их держу. А там есть внутри кто-то в вышке или нету? Да, есть. Смотри, вон человек ходит, они его не трогают. Ладно. Так, пацаны, смотрите, показываю один раз. Три, два. О, давай. Видите, он прошел. А тут эти баганы стоят, они не дают прохода. Они дают, смотри. О, блин! Они еще синхронно идут. Надо их физганом как-то расправить. Ну давай, попробуй. Давай, кусай. Во! Гусанёчек, я знал, что ты молодец. Сразу видно, очень сделал. Интеллектуально высокий человек. На самом деле, это было прикольно. Класс. Сделал. Ну и правильно и сделали, пацаны, но так же веселее. А то все стоят, смотрят на них. Ну а что сделать? Сам-то стоял. Я и вообще ничего не делал. Только говорил, что я сейчас пройду, а в итоге... О, давайте я сейчас просто поставлю одного и посмотрим, с одним легко будет выживать. Вот просто для интереса даже. Да блин. О, я знаю, я сейчас сделаю одного, но очень быстрого. Смотрите, у нас есть вот такой вот мод, который их может ускорять. Мы сейчас сделаем ему скорость... Да, пятерка. 5. И я его поставлю. Так, он идет. Кто это сделал? Просто. Ненавижу тебя. Вот он идет, пацаны. Ах ты куриц. Он за мной загрелся. Ого, он прыгает. Неадекватный, что ли? Ну ты дурак. Курикса, давайте, хорош. Скинули, молодцы. Все, успокойся. О, для того, чтобы пацаны не сильно переживали, что очков будет у них мало, мы сейчас еще включим реалистичный урон от падения. Ах ты. Вот, теперь вы, пацаны, уже не сможете падать просто так. Пикал, гомонись. О, я сделаю максимальную скорость, пацаны. И тучка, прыгай. Сам прыгай. Вот теперь будет вообще жесть. Это один из самых быстрых некстботов, который был в роликах. Быстрее нету. Не надо. Сбогался. Давай принес. А где он? Смотри фокус. Дай-ка попробуй. Вот он у нас. Я тебя запинаю. Он уже наверху? Нет. Нельзя таким быть пика. Вот он. Я его вижу. Ого, он быстрый, смотрите. Нет. Он падает. Ну это ж прикольно. Сейчас еще одного поставлю. Второй сканет туда пойти. Кстати, мы все на вышке здесь. Давай. Я тоже на вышке. Они не смогут за своей жирной жопой, блин, подняться. Да вы ненормальны, что вы делаете, я их боюсь. Вы че? Это кто меня скинул? Это и тучка. Так, иди сюда. Стоять! Тучкой. А! Вы дураганги, что вы делаете, да, пацаны? Ну, пацаны, ну я же свой наполовину, ну чё, не надо. Сражение просто. Ой, я сам упал. Дебил. Плохо, что нельзя вот эту вот удалить плиту стеклянную, мы бы все вниз попадали, вот это был бы угар. Я случайно семечку выкинул. Это чтобы вы не понт... Эй, вы живые остались? Ах вы хитрые жуки, блин, вы так не считается. Конечно, запомнил. Так, гусанёчек, стой, я с тобой пойду, не убегай. Я тебя запомнил. Вместе идем. Они хитрые жуки, ты сам запомнил. Я их заспамнил, потому что вы мне скидываете. Я же по-доброму к вам, со всей душой его спамнил. Ага. Кому к вам, скажи имя. Да вообще можно вручную прописать, можно даже им сделать значение 100. Вот это съешь. Что? Я тебе выдал. Значение 100 поставил, ребята. Я такого еще никогда не делал. Смотри, вот он. Ой-ой-ой.
Вот это жесть просто. Ах ты, блин! А я увидел, кто это сделал. Я увидел. Ну все, я буду мстить. Так, где мой физган? Я буду сейчас физганом всех скидывать. Ты, Дима, плохой человек. Я хороший человек, это вы меня плохим делаете. Я был добрым до этого момента, понимаете? Вот это у них скорость. Я даже не успеваю за ними наблюдать, настолько они быстрые по этому лабиринту бегают. Ну чё, гусуняк, будешь спрыгивать? Опа. Есть, я успеваю. Петучка, давай, давай. Есть. Отлично. А он сзади меня. Дима, тайное слово. Тайное... Стоять! Пошел отсюда вниз. Это за тот раз, который ты мне скинул. Так, стоять. Это тоже ты был. Стоять! Не бейте его, бейте. Это вы все... Нет, ребята. Стоять! А! Да ты задрял! Ты отвали от меня, Дроугенга! Не надо так делать, на тебе. Уходи вниз. Ну все! Опа, вот ты! Вот кто меня тогда скинул вниз. Почему убегал, как шутка, превратились в войну? Ну потому что вы так сделали, мне тоже так хочется делать. А, вот такое вот и значит. Повторяешь за нами? Че, пацаны, будете заходить на вышку? Ой, тут шарай, тихо. Я уже попробовал. Я знаю, кстати, как можно зайти спокойно. О, вижу. Ты что делаешь? Кто это делает? Ага! Стоять, на тебе, гранаты. Ты шо вообще, что ты делаешь? Стоять! Не-не-не-не, дружище, иди. Все, я вас не трогаю, никого. Ой, сейчас ядерку возьмет и всех. Не-не-не, не буду. Хотя желание есть такое сделать, но пока не буду. Я знаю, кстати. Ну зачем вы так делаете? Ну пацаны, я же свой. Я вообще не знал, что ты там. Вы меня очень сильно разозлили. И что, ты сейчас ядерку возьмешь? Давай. Не, это не ядерка. А что это? Ой-ой-ой! Красиво? Да. А я предупреждал? Предупреждал. Так, надо бомбу кинуть, которая их может убить. Так они их никакого не убивают. Не, убивает их. Должно, по идее. Тут слабо. Слабо? Хорошо. А где они, пацаны? Вы их видите где-то? Таких нет. А чё, с кем приняли? Ну чё он не взорвал? Ай! Ого, красиво! А говорю, летать не умеешь. Чётко летишь? Вон, Саня летит. Саня. Так, а где эти Шреки? Я хочу на них бомбу сбросить. Вот, вижу. О, интересно, если я поставлю бомбу, он ее взорвет? Так. Все входы ему, короче, закрываем, чтобы он не мог выйти. Было больно. Такс. А, о. Он что, переступает ее? Это офигенно. Надо валить. Так, давайте еще здесь бомбу поставим. Уйди, пожалуйста. Есть. Шрак, уйди. Блин, их бомбы не берут. Ой, я на вышку пошел. О, я придумал, как надо сделать. Все, ребята, зачистка полностью всего лабиринта. Я думаю, это маги. Если это не поможет, я знаю, что применить. Давай, гусанек, зачищай все. Хорошо, я вас услышал. Я знаю, он сейчас возьмет монтировку эту админскую. Да, все уничтожило. Ну это было... Я читерски всех помочил. Так, смотрим, больше всех... У меня. Семечки. А меньше всех? У меня. И тучки. Нет, у меня самое наибольшее. Да, у меня 10. А, да, точно. Кисмиуга занял первое место, и тучка второе. А гусанёк третье. Ну, молодец. А я вообще ни туда, ни сюда. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока.